Доброго вечера, друзья! Сегодня, сегодня у нас 8 апреля. Вышли чуть-чуть прогуляться по местам, куда можно хотя бы предположительно проехать или пройти. Завтра хотели делать тест и немножечко открыть сезон. Зашли на одно место, там попа полная. Вот сейчас на другом месте, идем по направлению. Здесь у нас лужа очень большая, лужа класса море. Я вот и думаю, на Ниве-то можно здесь завтра будет проехать или как? Смотрим, изучаем, чего куда идти. Идем вроде бы по заросшему полю, по траве, а все равно проваливаешься. Слишком много влаги. И вот эта вот грубая перепашка здесь. Я не думал, что здесь такое. Нет, это место нам на данный момент не подходит. Будем искать что-то другое. Ну вот, нашли одно более-менее местечко вот на берегу озера. Здесь вот и сухо достаточно. И от дороги недалеко, то есть комфортно будет протестироваться. Также у нас здесь недалеко есть поле, вот за этим. Там трава была, трава вся улеглась, она вся, низкая, плотная. Там тоже можно будет походить, хотя там ходили 155 миллиардов раз, но все равно с новыми приборами, которые, Интроник особенно, который... Что значит особенно Интроник от Deus? Второй. Интроник, он... Это глубина. Глубина. Будем искать на глубине. Так что завтра, наверное, приедем сюда. Сделаем тест, погуляем по полю. Вроде бы погода нам позволяет. Хотя на завтра обещали и дождик, но что-то... Не похоже. Небо светлое, небо чистое. Ветер тоже вроде бы улегся. Да? Да. Так. Ну все тогда, ждите завтра. Завтра будет тест.